Ой. Даже рукой, не знаю, было видно. Подай чуть-чуть в конце. Подай. Что там подать? Выражение лица Полины, она, видимо, это тоже услышала. Друзья, всем привет. Вчера прошло мое первое выступление на «Слепых» на «Голосе» по Первому каналу. Я еще его не видел. Получил огромное количество комментариев. Спасибо большое, очень приятно все это было прочитать. И вот сейчас я сел сегодня, вот утро, и решил посмотреть этот номер. Для меня достаточно такой болезненный момент, потому что я очень сильно болел целый месяц перед выступлением. Не знаю, были ли это последствия коронавируса или что-то еще, но у меня с голосом были дикие проблемы. Я помню, что выступление было далеко не идеальным. Вот, поэтому сейчас вот хочу посмотреть его вместе с вами. Поехали. Сейчас целый день съемки, все уставшие. О, лучшая группа поддержки у меня. А, ну начал нормально. Так смешно. Товарищи судьи сидят с такими серьезными лицами, как будто бы они прям действительно, ну что-то прям такое, мыслительной какой-то деятельностью занимаются. Такие все напряженные. О, ой, ну, Сергей Шнуров повернулся. Тот момент, когда я, в принципе, немножко успокоился. Потому что было безумно, на самом деле, нервные дни. Потому что я сильно болел, я выбирал песню, такую немножко романтическую, лирическую. То есть я не выбирал песню с какими-то сумасшедшими диапазонами, просто именно потому что ввиду болезни не мог, наверное, их спеть. Вот. И я понимал, что эта песня не будет прям такого какого-то фурора иметь. Просто одна из моих любимых песен, которая, ну, на мой взгляд, должна была затронуть жюри. Ну и вот, в принципе, затронуло самого главного. Очень смешно. Полина Гагарина узнала по голосу, какие у меня волосы. Она спрашивает, с длинными волосами? То есть, оказывается, по голосу можно определить внешность человека. Это очень смешно. Меня какими только артистами, еще, с кем меня только не сравнивали. С Бон Джови, со всеми рокерами того времени. Но вот сейчас Сергей Шнуров меня сравнил с ранней Металликой. То есть, ну, я в таких джинсиках, прорезиненных таких драниках, в черной майке, крест такой на груди у меня. И ранняя Металлика. Прикольно. Согласен, песня немножечко, конечно, не конкурсная, то есть она, нет у нее взрывных каких-то моментов. Я попытался аранжировкой это подчеркнуть, да, добавив в нее оркестр, сделав вот это, но она все равно немножечко такая монотонная. Просто у меня была давно мечта ее спеть, и у меня получилось. И я знал, что поклонники, которые следят за мной, за моим творчеством, она пришлась по вкусу, что она им точно понравится. Вот. Подай! Что там подать? Там тесситуры нет в этой песне. Такая тональность. И я так выбрал. Сюткин мне сказал, подай. Play,
Очень смешное выражение лица у Сюткина. Сидит, как будто бы он не знает эту песню. Мне кажется, он на нее еще под нее танцевал на школьной дискотеке, и там он должен ее знать наизусть, мне кажется, поэтому. И ждать, что там будет неожиданно две октавы вверх, это странно. Полина перепуганная Гагарина какая-то. Ой! Вот оно. Вот он тот самый момент, где голос немножечко все-таки подвел меня. И та моя болезнь, с которой я боролся месяц, все-таки попала в эфир Первого канала. Я тут поставил такой интересный момент. Выражение лица Полины, она, видимо, это тоже услышала. И вот второй момент, которого я боялся, это абсолютно невысокая нота, это всего лишь ля, которая у меня поется очень-очень легко всегда и очень так эффектно, и вот она должна была быть таким гвоздем, но ввиду того, что мне нехорошо жаловаться, безусловно, никого это не волнует, но просто поскольку это моя реакция, я с вами здесь пытаюсь быть максимально честным, я очень сильно болел, и я эту ноту просто, ну так сказать, отыграл. Так как ее надо спеть, мне не получилось. Хотя, если хотите посмотреть, кстати, на моем YouTube-канале есть, как я пою эту песню дома под рояль. Вам, я думаю, больше понравится. Вот. А вообще, так, смотрим дальше. У меня жена главная болельщица. Я даже не помню, чего они говорили. А, вот сейчас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Роман Архипов. Да, Рома. Да, Сергей Шнуров не был знаком с моим творчеством до этого, что не странно, я, в общем-то, был не удивлен. Но вот Сюткин, я смотрю, узнал. Я узнал парня. Он давно поет. Да? Да. Ну, Ром, я ожидал, что... Извините, что на «ты», поскольку я знаю о вашем существовании на земном шаре и слышал вас уже на профессиональной сцене. Не хватило, я даже рукой, не знаю, было видно, ну, поддачи чуть в конце. Ну, начал, все замечательно, рок-н-ролльно. А потом я повернулся, и он понял, что все случилось. Может быть, да. В общем-то, так и было, на самом деле, да. Потом Сергей повернулся, я понял, что все случилось. На самом деле, такая песня. То есть, как бы тут поддавать, как бы это... такой жанр. Я считаю, что не всегда нужно орать, и как бы это было осознанно сделано, осознанный выбор песни, потому что мне хотелось именно сделать это так. Чем поддавать-то? Может, и ты повернешься тогда, придется выбирать. Вот это точно. Вот как бы, если бы повернулись все, мне меньше всего хотелось выбирать. Мне больше всего хотелось, чтобы повернулся Сергей Шнуров, и пойти к нему в команду. Так и произошло. Поэтому мои желания имеют особенность сбываться. И рассказывайте теперь, Сергей Владимирович. Роману. Все, спасибо большое. Спасибо. Вы в моей команде. Да. Спасибо огромное. Можно успокоиться. Ура, ура, молодец, можно успокоиться. Спасибо. Фу, я сейчас заново пережил. Это тот момент, когда ты понимаешь, что ну все, ну наконец-то полное спокойствие, потому что несколько дней репетиции, бессонные ночи, многочасовые ожидания съемок, и тут вот этот момент, когда ты думаешь, блядь, наконец-то это закончилось. Так. Да, вот моя поддержка. Ну и группа поддержки, кстати, очень спонтанно сформировалась, потому что до последнего не было понятно, кто когда выступает. Поэтому приехали все, кто были рядом. Рядом в районе. Ну, безусловно, был мой брат, моя семья,
друзья целый день меня поддерживали. Три раза мы успели сходить в столовую, пока мы были на съемках. А Дмитрий Нагиев, конечно. Песню не слышно было. У меня громкие. Да. Ромыч, ну я должен заметить, что возраст тебе идет. Если честно, в программе, в суперпроекте «Голос», как его называют Дмитрий Нагиев, я считаю, что один из самых главных и крутых выборов – это выбор ведущего. Потому что Нагиев реально, мне кажется, монстр. Он... Я обожаю его чувство юмора. Он все время такой какой-то... Ну, в общем, нравится он мне. Прям вот его харизма, его вот такая мужская подача, его подколочки, подъебочки, прям вот очень они мне милы. Во-первых, заматерел, и это тебе в копилку. И не растерял мастерства, на самом деле. Да, еще он мне сказал добрые слова. Здесь тоже вырос, поэтому я рад, что ты на проекте. Хотя, наверное, это может быть не самое яркое событие в твоей жизни. Наш проект, может быть, тебя ждут большие дела. Но я рад, что ты с нами. Добро пожаловать. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Блин, реально до сих пор подколбашивает. Вот эти буквально несколько, как говорится, две минуты позора, и все нормально. На самом деле, очень были нервные моменты, поэтому язык даже немножко заплетается, переживаю, глядя на это все. Но было весело, было здорово, и следующий выпуск будет круче. Смотрите обязательно, мы уже кое-что для вас приготовили, поэтому... Следите, и спасибо вам большое.